могу вон человека достать. Где он? А где он? Вон. А, это я! Это я! Это я, отвали! Это я! Пацаны, я вспомнил, мне надо перепрятаться. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кик, Васаби Скромник, Гав, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Привет, привет. Однако, привет. Здравствуйте. Внешне еще дорабатывается эта карта Security Breach, и мы решили записать на ней прятки. Если пятик кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать на карте Security Breach. Погнали. Открывается дверь? О, а кто-то за туалет играет? Это я, Дим. Молодец, сразу видно, ты взял себе по душе кабаку. Да. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять очень крутое, веселое и самые новые и классные моды и карты. Правильно говорю? Правильно. Да. А еще кто хочет записать, просто заходите в Discord сервер, ссылочка на него есть в описании. И вы тут сможете повеселиться. Да, кстати, да, вот как вы нашли? Магазин тут, это перед входом в сад есть справа магазин. Не подсказывай. Ну, так, кстати, тут комната была, я не знал. Туалет один. Да, туалет. А, это туалеты. Да. Чика вообще этот много аниматроник пропустил, чего. Уф, ты где? Да. А, вот. Блин, стой, кстати, стой, крутая карта. Кто за ящик? А кто за ящик? Кстати, помните, вот этого всего не было. Я не могу вам человека достать. Где он? А где он? А, это я! Это я! Это я, отвали! Это я! Пацаны, я вспомнил, мне надо перепрятаться. За хлебом. Да, кстати, мне надо за хлебом. Круто сказал, круто. Пацаны, ну помогите, вы где? Беги, беги, беги. Мы там, где тебя нет, Дим. Да. Я нашел вас, вы в ящиках сидите. Зачем? Дима, бежим, Радекс, Гусь! Чё? В смысле? Нет, стойте, он про другие ящики сказал. Нет, Кузьмин, зачем меня вытеснил? Нет, именно эти ящики я имею в виду. Все правильно, да, вы поняли. Да. Какие ящики? Я не знаю, где находятся ящики. Ну всё, в ящиках возьми. Вы сидите. Радекс и Васаби, он не про те. Так что все нормально, тихо. Так, а где аниматроник? Инфы по аниматронику. Я не знаю, где он. А вы за предметы не летаете? Я летаю за предметы. Я летаю. Убили? Убили? Нет. А где он? Где он? Я конус. А, ну я с тобой рядом сейчас был. Я возле статуи золотого Фредди. Ну, на статуе он золотой. Я знаю, где аниматроник. Пацаны, я знаю, где его найти не могу. Гуф, это где? Гав, то есть. Я вижу его возле статуи здесь, на главном зале. Возле статуи. Так. Дима, мы, кстати, с троими пацанами в такой нычке, ты нас вообще никто не найдет. О, лысый череп. Найдем. У нас, когда уже будет много аниматроников, мы все будем лазить везде и найдем. О, пацаны, Васаби и Радекс нас никогда не найдут, вообще. Найдут. А что ты мимо перил прошел или что? Давайте прятаться там, где он уже смотрел. Нет. Он-то не будет ходить перепроверять. Да. Вот именно. А, ну я просто уже так сделал. А, ну молодец. Слышь? Отлично. Убил? Чика у нас тут к складу ходит. Я человека нашел. Вот сидит. Молодец. Дим, тебя тоже нашли. Бегите за Димой. Вот он. Остановись-то. Дима, тебе отсюда не сбежать. Остановитесь. А блин, Дим, у тебя там 500 миллионов хп. Да, кстати. А, кстати, да. А ну не убивай. Ребята, это было читерски, но меня никто не бил, я не попал. Я тебя дайте себе хп сделаю. Так, Димас. И сделаю себе 100, как у всех. Да. Ну что, Васаби, ну все, продолжаем. Я реплю. Ты на том же месте прячешься? Или ты другое нашел? Не, я же в ней, там, где он уже проверял. Ой, я Диму, я за Димой лечу. В начале, под лестницей вот. Дима, знаешь, ты прям выделяешься. А ты бери с этого пака другого. О, я вижу. Там же есть разные у нас. Вот получается, это у нас Five Nights, 4 пил пак. Там разные аниматроники есть. Он идет за мной, что ли? Я не знаю. Я не вижу аниматроников.
Дима, еще... вообще, а что, уже два аниматроника? Да. Да. А, да, точно. А где второй аниматроник? Бежит, бежит. Один Фрейдбер вроде идет в детский сад вроде. Я иду в детский садик. Что в садик пришла? Нянчить детей. Мне кажется, тут кто-то есть. Они оба в детском саду. Они в трубе. Не, они тут. Дима, ты уверен, что ты там хочешь спрятаться? Уверен прям? А что? А, не уверен. А что ты говоришь? Наговариваешь на меня. А что, я не наговариваю, я просто слежу за тобой. Я все четко играю. Еще и двери закрыл. Посмотрите, какой на гений. Ага. Так, ну что, вас а давайте выберем изнычки. Странные горки очень здесь. Очень странные. Кстати, Дима, тут можно свет выключать. О, я сейчас пойду свет выключу, пацаны. О, давай, я реально выключи свет. Офигеть, не видно. Это, конечно, под риском того, что меня найдут. Но я надеюсь, ничего. Он идет туда. Пацаны, ищи его, их в шар, они в шариках сидят. В смысле? Да Ярик убежал. Я выключил свет. Все. Свет? Да ладно, а кто выключил? Сказали, тут свет можно выключить. О, блин. Я включил. Я шел отряд свет выключал. Да. Ну, наверное. В смысле? Я рисковал своей жизнью. Я нычку скорее сделал свою жизнь. Вон еще, я знаю, где догадываюсь, где они сидят. Ну блин, я думал, ты меня не увидел. А не видно из-за шариков, да? Ты по никнейму нашел, да, меня? О, версия он 1.1. Ну что? Вышел убийца, пацаны. И никому не спрятаться, не скрыться. Я действительно обидишься, если я скажу правду. Да, говори. Ты лох, ты не сможешь меня поймать. Это приятно осознавать, кстати. Радость, мы с тобой выиграем, однозначно. Я знаю, в чем проблема. Но. У меня, наверное, проблема? Из-за того, что маленький скин, из-за этого вся и проблема. Кто там в детском садике бегает? Камера дергается. Кто-то бегает. Радекс, мы с тобой однозначно выиграем. Это я выиграю. Ну, возможно... А, я вижу тебя. Кто выиграет, тот будет лучшим игроком в этой серии после меня. Радекс, мы, возможно, с тобой вдвоем будем лучшими игроками. Все, четко работает. Я. Меня спалили. Ярик, беги. Я бегу. Беги. Блин, ой. Ярик... Отлично, все быстро, а я медленный. Нифига не видно. Дим, у меня такая имбовая нычка. Так, сюда. Ваши имбовые нычки я сейчас все понахожу. Не. Да. Пацаны, обыскивайте все. Все обыскивайте. Кстати, я на самом деле думал, что карта маленькая. Я буду Радекса долго... Убить. Быстро вас всех... Радекса убили, это хорошо. Да, это только была самая лучшая нычка, они там с гусем хвастались. Так я гуся шо? Почему-то убить не могу. Гусь, у тебя бессмертное ХП. Эй! Нет, я бессмертный. Да, я тебя три раза закокосил. А, кстати, гусь, ну некрасиво так делать. Да я не бессмертный, обещаю. Так обещаю? Блин, круто. Я хлеб вам даю, что я не бессмертный. Где мой хлеб? А почему я тебя не убил? Не знаю. А, он читер. Да не читер я. Ярик, а ты где? Иди сюда, гусь. Я на месте. Иди сюда ко мне, гусь. Эй, я не вижу ничего, включайте свет. Сейчас я включу. А он включается, я не знаю. А я знаю. Он на Фредди. На голову Фредди надо нажать. Я включил. Да вы включите. Включите. Я ничего не вижу, да, потому что ну темно очень. Night Vision же есть. Темно. А у аниматроников не работает, Ярик, он. Убийца компьютеров. Кто стреляет? Не знаю. Пацан, давай тебе подсказку, тяжело вас найти. Я сижу в красном лабиринте. Да? Да. Я вижу его. Я его тоже вижу. Не, в лабиринты могут аниматроники проходить. Не, я не могу. Я не могу. А не как стреляюсь. Зайти к ним, пацаны?
сейчас найдем, да? Хорошо, у аниматроника полноценные скины, аниматроники на контрол могут заходить. Так. Вижу. Ты там думаешь, он наверху? Убили? Нет. Так, а сколько у нас вообще аниматроников? Раз, два, три, четыре? Осталось два живых. Два обычных игрока, да? Кто из них? Ярик? Я, Гусь и все. А, все. А Васаби, ты живой? Да. А Ярика тебя нашли? Не, меня нашли, но я убежал. Радекс, а ты умер? Да, еще давно. Блин, нас рассекретили, но я такую нычку нашел, я прям, мы ее... Не, я после того, когда за аниматроника, я уже сейчас... Я нашел такую любовую нычку. Я тоже, если что, после записи покажешь. О, тут двери можно открыть. Я тебе тоже после записи покажу. Пацаны, ну давайте подсказочку, сложно найти, карта большая очень. А, хорошо, но прям точно в детском саду я, прям отвечаю, хлеб даю. Ну, нехорошо обманывать. Чё не звук? А, раз обманываю, хорошо. Держите звук. Стреляй. Я знаю, где он. Я не слышал. Можно там, где этот... он там, где шарики. Ну, туда попасть невозможно, только ноуклипом. Ничего. Я не в солнце, я прям... Я не знаю. Как вам сказать? Я не в солнце. Я дам подсказку, я вижу синий цвет. Тут везде синий цвет. Такая подсказка себе на самом деле отстойная. Вообще галимая подсказка. Есть, убили. Нет? Убили? В смысле убили? Нет, не убили еще. Я застрял. Не убили? Нет, никого еще. Блин, ну где-то ж сидят на таком конченном месте. Да, я... Мы с Радексом на таком хорошем месте, но у нас и вперед летит. Смотри, где я. Есть! Опа! Как ты меня убил? Так это ж моя нычка, я ее первой нашел. Ты был в кубиках, вот в желтом кубике сидел? Нет! А где ты был? Я в синей трубе сидел, как ты меня убил? Все, нормально. Так, ну что, все, я последний остался. Сейчас да. Потом подзарим. Все, теперь, Гусанек, да ты остался? Я Ярику показал, где я. А, Ярик еще? А ты, Ярик, жив? Да, он жив. Вас двое. Видели, но я быстро убежал. Так, а где, получается, Ярик, ты прячешься? Давайте ищите Ярика. Я прячусь в лабиринтах. А, в лабиринтах? Да. А лабиринты там, где детская площадка? Из кубиков, которые здания такие. Тут просто есть горки, и по ним можно быстро оформить тактическое отступление. Мне надо аниматроника тогда снять, чтобы залезть в лабиринт и почекать там. Ярик, я тебя убью. На контрол залазить. Ой, я баунбой возьму. Вы что, все на площадке? Да, они да. Все на площадке. А кто ноуклип использует? А то я случайно проверил. Вот дерьмо. Так он читер. Не читер, все честно. Я скажу так. Так, подожди, а если он нас видит? Так я же на пропах. Я знаю, где Гусь. Где? А, Дим, помнишь, что ты проходил в том день, да? Так, Дима, все, перестань летать. Я не летаю. Помнишь, где солнце это выпрыгивало? Так он там сидит. Да? Я в солнце? Да, туда можно подняться. Я в солнце? Ну, посмотрите, возможно, я в солнце. О, Ярик, тоже прилетел. Солнце можно попасть, там лестница на площадке. Ой, извини. Должна быть где-то. Я проверил. У меня ноуклип там включился. Это нормально? Не включайте ноуклип, пожалуйста. Да нельзя, вы будете летать. Да, нельзя, да. Все. Парти, ты пап очень близко. Да, ты очень близко, Димас. Ты очень, очень только что близко был к разгадке. Но сейчас не близко. Нет. Ну сейчас чуть-чуть близко. Сейчас очень близко к разгадке. Бля, прям очень. И марионетка очень близко, вот прям. Да, Дим, прям я походит, понял, да. Где они, посмотри. Вон там. Ну рядом. Подожди, вон там. А, Васаби, где марионетка? Дим, марионетка вычислила. Все, подсказали, пацаны, читер. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.
Остались.